Дальше идем. Так вот, первое, да, когда вы с кем-то разговариваете, с ситуацией или с человеком, задаете себе основных три вопроса. Что за дело, почему эмоция включилась? Что напрягает, это противоположность ваша, значит, вы какой-то конечный инцидент хотите скрыть. Мы его прям сразу выносим наружу. И говорим, да. Все, что проявлено, перестает на вас влиять. Услышьте меня. Просто перестает влиять. Но мы так хотим казаться лучше, нежели чем мы есть. И это яма всегда. И последнее, да, какая ситуация и какой человек. Вообще, вы что туда влезли? Вот что туда надо было-то, за каким хреном что-то? Вот, значит, где-то себя обманули, если получили конфликт или нарастающий какой-то негатив. Значит, что-то себе возомнили и думает, что да, я тут круче. Психика получает из памяти, ну, из разума, из возмиролевки, да, ощущения, которые вызывают дальнейшие реакции. Если вы выдаете реакцию, почему рептилоид, вот крокодил сидит и слушает с улыбкой на лице. Представляете, крокодил, который улыбается. Вот приучите себя к крокодилу, который... Анаконда, пожалуйста, вот он так... И внимательно слушает, пока не поймет. Следующая реакция на уровне действия, вы собираете информацию. Она пока у вас не окрашена. Вы не цепляетесь эмоционально, а просто собираете кубик Рубика и пытаетесь сравнить вот этот человек, говоря вот эти вещи, и какие-то поступки были до, или предложения, как что-то делать, должно, вот эти фрагменты должны срастись в одно единое целое образное ощущение. Почему люди говорят, вот я почему вас спрашиваю, по сути, что было? Неважно, в чем он одет обут, неважно, какая возрастная категория, неважно наличие денег, суть в чем вы с этого разговора с чем вышли? Обычно это одно слово. Одна такая очень емкая, сутевая характеристика. И там нет эмоций. Как только начинаются дергаться эмоции, значит, мама, как защитница или папа, стучится в дверь и говорит, я тебя спасу. Значит, у вас по отношению к этому человеку нет, или системы, или там фирмы, да, нет, не наработана достойная роль, или вы что-то спутали. Эмоция как защитная реакция. Если вы все понимаете, что происходит, что вы решаете и как вы собираетесь поступить, вы однозначно достанете нужную роль. Дальше.